Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее стихотворение называется «Несчастный человек». Я ем, что придется, я сплю, где попало, гуляю под солнцем, и счастья мне мало. Пытаюсь урвать я от жизни, что можно, ведь существовать больше так невозможно. Здесь дело не в кофе и даже не в чае. От жизни чего хочу, не получаю. Хочу жить нормально, вставая с рассветом, с женой и детьми, путешествовать летом. Того не предписано злою судьбою. Зачем она мне предсказала такое? Я все же хочу. Обрести свое счастье. Врагам всем назло, победить все ненасти. Спасибо. А чего хотите вы? Расскажите в комментариях под этим стихотворением. Жду ответа.